Возвращаемся после рекламы и продолжаем. Информированность и неравнодушие – вот на что делает ставку антинаркотическая служба. А потому активно предлагает привлекать к борьбе с чумой 21 века общественность и управляющие компании. На районной антинаркотической комиссии сегодня обсудили новые методы работы и подвели итоги за 2016 год. По статистике специалистов, за последние три года наркоситуация не изменилась и остается стабильно тяжелой. Это связано не только с ростом наркозависимых, но и в первую очередь с увеличением раскрываемости наркопреступлений. За прошлый год их было выявлено 145 случаев. Это сбыт, хранение и потребление наркотиков. За год правоохранителям удалось изъять больше 10 килограммов наркосредств. Задержать более 30 торговцев смертью. Также уделялось большое внимание наркопритону. Приводилась эта операция в двух этапах. И за год 2016 было выявлено 4 наркопритона. И в этом году работа продолжается, уже выявлен один наркопритон. Подробнее о результатах работы, а также о том, как вы можете помочь в борьбе с наркоманией, расскажем в ближайших выпусках.